Хочу представить небольшому обзорчику копии часов известной фирмы Rolex, которые изготовлены в Китае. Заказано было на AliExpress. Часы женские. С аналоговым циферблатом. Три маленьких циферблата, это чисто для красоты. Имеется календарь числа месяца. На циферблате имеется надпись в виде значка Rolex. Ну и сама надпись. Корпус украшен стразами. Также на боку корпуса с одной и с другой стороны имеются стразы. Красиво переливаются на солнечном свете. Две кнопки по бокам, не функционируют. Просто для красоты. Часы водонепроницаемые. Браслет металлический. Вот таким образом застегивается. Ну и имеется логотип фирмы оригинала Rolex. На женской руке очень смотрится оригинально, красиво. Попробуем свою руку одеть. Нет, не смогу одеть, потому что браслет укорачивался, как и во всех часах предыдущих. И моя лапа туда не лезет. Ну, для молодой девушки, для повседневной носки вполне нормально. За очень-очень небольшую цену. К
календарь переводится с помощью головки, ею же переводятся и стрелки. На солнце стразы красиво переливаются. Тем, кто желает приобрести данные часы, ссылка на товар будет под видео.